Мы себя не дополнит. А что, тебе много еще собирать? Да хуя. Ну мне больше. Ну да. Ой. ТТЛ кинешь потом обмен, у меня оказывается есть такие ботинки. Ты прикинь, я под добликом этот хит поймал и выжил. Нормально. А меня, блядь, в метке взяло нахуй в оцепенении и сразу же, сука, каст. Ебаного чаржа. Так, тут, короче, куда пойду, хочет за токеном зайти, если, говорит, никто не ролит больше новых. Кто-то будет ролить наверняка. Горит же забирает. Токен тому, больше 10 меня... человек ролило. Нет, ну... это я понял. У меня больше, чем всех у них приора просто. Да, только у тебя мейн пал. Почему? Я по первого статика. Горит больше, чем у куда нет, пойду. Придумал только что. Придумал что? Что у тебя мейн пал и ЕП на первом статике набрано? Да, про ЕП на первом статике ты придумал. Да, блядь, да что вы спорите, у Гориса больше КП, он ролил, все, добейте нас. Все тогда. Какой-то токен. Че, какой? Так, подожди. Ну так Горис же забирает, говорят. Ну так я тебе и сказал. Ты ниже его. Зачем тебе тогда заходить? Ну он просто хорошо не ролил. Он ролил. Кого? Горис ролил. Ролил вообще-то. А, все видно. Ладно, на лар. На Лара тут. Мне обратно в ДЦ или в холике? ДЦ. Чё там, сумон будет? Будет.
Так, по летунам. В трусах летает. В тексте. И сир молок. Нет. Давай полетает Азура Страйк. В трусах, да. В тексте Азура Страйк. Их хилит Цитаэль. Фотает, смотрит за ними. Так, и в луне. Третий пати. То, соответственно, дворф. И лорди. Так, по бопам у нас три бопа есть. У нас миликов. Раз, два. То есть по себе двое. Чудненькая, допустим, рога остается, да? Так, тут один остается из миликов без бопа. Да, надо будет заносить. А нет, погоди. Ну, летний, допустим, по юморной, занка, по миловидной, чудненькая, по леофорту. А, ну все, закончилось. Потому что они себя дефают. Больше палов нет, да? Тогда заносим один дебаф перед фазой, там, где 74-75%. Ник скажу. Так, и в луне хилит. Тогда девочка трабл их хотает. Ачивка, смотришь рейд, там лужу миликов, РДД вот так между кидаешь. Стоишь серый сбоку чуть-чуть. Чек на пул. Сейчас хилы холипал за спиной, друг напротив друга, встаньте как. ДЦ там с любой стороны центруется, ближе подходит к боссу чуть и считает всех по кругу. РДД за спиной, надо бить элементалей и разворачиваться. Всему кругу выходит элементали. Например. Так, в милизоне надо третью ауру поставить, ломка поставь. А за боссом будет кто-то стоять или всем похуй? Ну там он имминент пройдет, я туда буду смотреть. С другой стороны там он люди есть. Спиной ровно холипал стоит. Так, перед лицом босса не вижу. Ачивка. Встань пока. Там за спину босса. Перед лицом никто не бежит. Еще один чел. Сейчас бежим под босса. Резист на лед можно поставить вместо огня. Ты на тур, также сразу тотем очищения, ярд дехаст. За спиной босса ставим ровно в серединке тотема и возвращаемся. Летний дух, ты тут. Стоит за кругом. Каш. Товарищ Ретрик. На время вы выбрали по АФК. Написал там релог, что-то и все, блять, нету. С таким подходом, походу, не будет ульды. Ну, я говорил, если мы хотим начинать ходить хиджал, блядь, но людям, видимо, частично похуй. То повайпать сапоров. Поебаться в уши. Ну, это мы разберемся, кто просто проблемный отлетит, и все. Там такого рейда вполне достаточно убивать. Главное, чтобы хилы и танки были. ДПС у нас хватает, плюс-минус.
если не умирать как долбоеб. Че, он прибежал, да? Наконец. Даю отсчет. Элементали выходят, уже держим камеры на них. Гнев выносим. Чип, окей. 20 метров. Вспоминаю. Право там моба. Чудненько ворды. На пазе с ветрами аккуратнее выносите гнев. Смотрите камеры, ловите ветра, чтобы они отображались. Вниз не надо спускаться со ступенек, сир молоко. Тебе прилетит стрела, ты умрешь. Ты ровно на край становишься. 5%. 4. Так, один занести, сир молоко занеси. Блять, конец. Летний дух, юморная. Себя задефать? Нет. Летний дух себя дефать не умеет. Ну нормально, 2 милика, короче, Леофорт резцы. Юморную. Играем в мобу. Не должны под босс ходить. Есть одна лужа, охуенно. Горис. Водишься лестницей. Выносим гнев. Пытаемся взлетать, кого я называл. Уже фаза, вы взлетаете. Шла Гера. Лицом не стоим, когда поведут босса. Спелим яды, реплики там, тебя снимайте сразу, кому-то фриду можешь дать. Как вы умираете вообще? А мне вынес кто-то. Охуенно. Кто это был, блядь? Я выносил. Мне показалось, что сер молоко, но я не уверен.
время вышло. Ну да, со мной был сир Молоко. Добрый вечер. ДБМ кидает метку. Даже на твою башку. Ну смотри, всем 30-59 выброс клавы статический гнев. И всем 31-07 умирают милики. Большинство. Да, только я выносил в этот момент. Я там между ветрами, блядь, кайтил и между людьми по радару. Я все видел, что я делал. Но я не видел, что делал второй. Ну вот, получается, сир Молоко. Спасибо за игру. Хорошую. Знаем, что делать. У нас уже ни одного шамана креста нет, или что, или мы бежим, что мы делаем? Ну, я под боссом лично. Почти, я встану и сагаю. У нас еще второй шам есть, рестор, где он лежит? Там рестор. Ну, на цели ЗС был, видимо, закончился, да? Кав сразу. Ходи, ставь. Нажмите шкаф. Всего не тебе 30 секунд. Так, летний дух, а чё ты вначале не жмешь там бабл? Мы даже вот не занесли метку, пусть не успели. С него бабл, я не вижу то, что он уже. Ладно, должен был я по идее заносить. Да, получается, я получаю ГП. Я поздно шипешнику стал, поздно увидел ХП. Справедливо. Короче, чё это, чек? Каску, пожалуйста, волку. Все готовы, разошлись уже. Чё вы тут стоите над рыбычах? На друидов полока нет. Не прикалывайся, на друидах всех кулак есть. Ну, посмотри на Леофорта. Блять, просто бафни кулак и все. А толку, если у него фрейм забагался? Вносим гнев. Сейчас я баф. Гремов играем.
Лемов играем, товарищ Хунтер, который тут слева от меня. Чем вы бежите вдвоем? Умереть? Хватило, да? Терес. Что? Кто вот вас убил? Кто молодец? Пицца. Ну хз, я пробежал на край, встал на краю. Видимо, не совсем. Ну, не совсем на краю. На спуске к лестнице. Пнитесь, пожалуйста. Короче, рисуй. Бля, поднимите Настю. Порт, рез и девочек правую стояли ачив. Паузу, паузу. Войт, блядский ты рот, не забирай босса. Молоко, ну тебе метка, блядь. Хорошо. Молодчинка. Бля, да кинь нахуй его вообще, а? Кири. Иди дальше. Да. А чё метки на них не вешаются? На кого? Ну, на ком-нибудь статистической. Чё, блядь? Чё, блядь, метка, череп, крест, ещё что-то. На ком статический гнев кидай. А чё тебе ещё надо, может... нахуй, кроме метки, блядь, так... своей закатегории, да я... блядь? Да я увижу в радаре, что он метка в моём радиусе, я от него отбегу. Нет? Не подумал? Я можно подумал, узнать? Что, блядь, похуй, иди на... Насчет того, что я отхожу, за мной бегут два человека. Я дальше отхожу, чтобы два стринджа было за мной, опять идут. Это нормально? Это конкретно два человека. И они двое погибли от дезинтеграции. Ну, из-за того, что они за мной шли. Я не знаю, как они там. Луж там не было, я посмотрела. Там лужа только от эльмов.
Еще, блядь, босс объем 50%, пиздеж, блядь, начинается какой-то, нахуй. Может, половина умирает. Какая половина? Там 3 человека мертвые, блядь. Так чё у нас 4-й боб-то не кидается, блядь? В чём проблема? 4-й. Я вижу только 3. Так а людей-то с оземляющим только 3. Ну вот умирает у нас человек с пула, блядь. Так это значит, что он близко подошёл, если с пула? Ну вот есть ещё лишний боб. Если что, для паладинов таргет, киллбот в будущее, забейте, кто там не видит, боб сейвить. Так понимаю, Занка не видит, да? Угу. Заземляющий выстрел. Кидается на мили. Ну вот, конечно, статические гневы вы хорошо выносите, пиздец. И вы видите то, что это на вас, вы бежите с человеком реально умирать. Тоже, блядь, несерьезно. Кто там был? Раз. Всех убил. Кто там бежит за тобой, Настя? Умирает. Я бежал. У меня сопли сверху были, я не мог обойти никак уже. Ну, со мной же Астрев бегал, по-моему. И Эдстейр. Ну, я признался. Они вдвоём и умерли. Я пыталась уйти от них, но... не успела тупо. Ну, конечно, бандиты. Я не могу вообще с вас. Я уже не мог. На метка до этого кидала. Я пол арены пробежал. Ну, там же видно, на тебе прям начинает эта херня сверкать. Которые стаки, она по-другому выглядит. Покидайте статистику. Нет, даже ДБМ пишет. Че вы, блядь? Видите, кто отбегает на ком? Метка даже вешает. Нету метки. Нет, метка не вешается. У меня нету прав вешать. Это в чат просто пишет так. Но у нее над головой это X0. Ну, не знаю. Я поставила, по идее, сейчас будет отображать. Вроде на первой фазе же ставила. Оно бывает слетает, это... у ДБМа бывает такая хрень. Это все понятно. Да и чё, блин, в чат можете посмотреть. Посмотрите, кто просто рядом с вами, да и все. Ну, конечно, на ласт-фазе будет сложновато. Но на первых двух, блядь, выжить... у меня вопрос. Потыкайте сумона. Чё стоите? Ещё раз тык. Всё тут. Чё у нас по рассеиванием тем очищения не было? Одного. Умер шаман до этой фазы. Получается. Остальные диспелить яд не умеют, да? Никто. Ну, в защиту себя я скажу, я лучше побил. Урон нанесу. Ну вот там ты сам видишь, ты вот выбегаешь долго там в лужу. Ты себе что-то даешь?
Или ты на похуй ждешь, пока с тебя хил зацепилит? Ну, на мне особо не висит. Ну... Там из-за синей лужи не видно было зеленую, когда мы стояли там. Я говорю про дебаф яда. На мне не видно было. Интересно. Дудочка, сейчас откиснем. Выстрел гидры? Серьезно? Ну чё, сейчас бопов хватит? Я чё думал, тут на всех же кинется, в любом случае. Всего три, блядь. Никаких заносов. Цент один. База. Ну, миловидную, где боб, Леофорта, где боб. Чё, паладины дротят? А где рога, блядь, был? Да я увижу сейчас, кто нажал по аурам, блядь. Просто въебу ГП за эти смерти. Тем троим, получается. Борис рез и Леофорта. Леофорт рез и миловидно. Мобов играем, блядь. Рибаф. Кир молоко. Стояли рейсни дворфа. Том. Зайди сейчас, он взлетел. Зачем мне бобки? Все там лужи, хилится босс. Можно миликами не стоять, вот не долбить нахуй до упора, блядь, там в луже, а выйти сбоку, подождать, не получать вот этот урон вместе с молнией, блядь. Я от трех лут, как ебланы, блядь. О, меня прохилят, да? Ну вот, прохилили. Чихант не ресается, да? Ну, чудненько. Ну да, уже чудненькую. ТЛ. Выходи, выходи. Под меликами лужа. Отбейтесь оттуда. Тебя нахуй сразу послать или через 3 секунды? Пошел нахуй. Простите, я ваше место занимать не буду. Да вы вдвоем влезете. Мы в гнев не спим. Яды.
светлится. Застрей, блядь. Добивайте уже лям этот позорный, блядь. Что? Я не понял. Так, короче, блядь. И вот смерти с бопами. Так, чудненько, говорит, нажало. Смотрим ауры, да? Видим. Ой, не ауры, а кулдауны. У меня главный вопрос, а кто у меня рогу с бопом забрал? Кинул на рогу. Потом на чудненько кинула. Чудненько на рогу кинула. Да я вижу, кто на кого кинул. Нафиг. Занка в ачивку. Какие у тебя три не на армса есть? Ломка в Леофорта. Я бы да, он уже умер. Нет, подожди. Я всегда вот кидал на рогу. У меня его нахуй забрали сразу же. Я сразу кидал всегда. Он у меня вот кидается один боб. Вы видите, кинули, блядь. Там похуй, кто в кого кинет. У вас 15 тысяч паладинов. 3 дебафа. Вы кидаете в другого. Все просто. Вы не ждете анонса Ника. Дай мне, дай, пожалуйста, тогда за предыдущий трай, кто нахуй не давал. Просто вот за то, что они нахуй не давали в таком случае. Тут, блядь, цель нахуй забрали, которую мы просто мало, что ли, будет. Я там и тебе прилетит. Ты будешь сильно еще у меня доебывать снять потом ГП? Давай. Давай мы нам сейчас пройдемся и не будем дальше вот эту хуйню разводить, ага? Хуйня. Тут я, во-первых, не вижу, кто на какой минуте кинул. Секунде. До этого, допустим, не нажал Занка. Вот до этого пол я вижу, не нажал Занка. Все нажали. Я ему давал. До этого также он не нажал. Божественный щит. Божественный щит. А нет, летний дух не жал. Не объяснили, да? Да, и на последнем трое я нажал. Ну ладно. Нет, ну просто охуенно. Мою цель, нахуй, которую я постоянно хуярил. Какая моя цель, блядь? Ну боб кидается один в одного. Вы не можете два боба. Ну ты именно. Ну и что вот именно? Ну ты видишь, сдали за сейви другого, блядь. Че ты включаешь какого-то дурачка, блядь? Что значит, о, блядь? В чем я не прав? Не видит. В этом-то и проблема. Вот именно я во фреймсе я запомнил, блядь, рогу, и все. Нахуя ты его запомнил? Его. Ситуации реагировать, а не как болванчик делать. Ну да. Что то там, есть блядь? Не видишь то, что у тебя на остальном рейде. То есть вы можете как дураки жать одну кнопку, блядь, заполненную, и не можете реагировать по ситуации? Или что? Мозгов не хватает реагировать по ситуации, реакции, зрения, монитора включенного. Чего не хватает? Ну, давай так, у тебя вообще рейд фрейм-то есть, блядь, кроме фокуса? Есть. Ты видишь на людях дебафы? Но я не вижу, на ком, блядь, висит, блядь, именно боб. Пока я всех протыкивал, нахуй вы сам тоже сдох. Зачем ты протыкиваешь? Пропиши себе его. Можно дальше идти молча? На тебе не было дебафа. Был на АТК, на... Он там не забыл, сейчас скажу. На АКТ и на Роке. Зачем ты себя сейвишь? Вопрос. Потому что не видит дебафа, потому что не прописал его во фрейм, потому что это сложно. Прежде чем пытаться оправдываться, как бы подумайте на 10 раз. А то можно посраться еще больше. Угу. Сракует эту воду. И хилботом нормально, блядь, работаю. Никого не ебет, чем вы пользуетесь. Понимаешь? Так пойди, в хилботе что же можно? Хилботом. В хилботе можно добавить свои добавы. Любые. Да, у меня хилбот стоит, у меня добавы. И боб, и, блядь, диван, и вся залы. Ну да, как вы играете, блядь, на паладине, не видите сейвов на рейде, блядь. Причем у меня на танке, на ДК, нахуй, все добавлено. Лучше посрать и опоздать, чем успеть и обосраться. Уэн, да? Философь. Тут не поспоришь.
Короче, там Войд хотел уступить тебе, твой печенька. Короче, тогда подиспелишь, потанчишь первого Феникса. Остальные танки там сами как договорятся, кто на какого встанет. Мне без разницы. Я на первый. После начинается, соответственно, Горис. Наверное. В основном в рейде. Ульдуар. Я 2 часа. Ульдуар, ну мы за 2 часа, блядь, как думаешь, пронесем Ульдуар? Ну пару порталов хотя бы закроем. Ну вот просто давай пару порталов закроем. Толк от этих половинок. Объясните мне, если мы один хуй приходим потом на день РТ. Ну завтра можно БС и дать. Вы тут хотите сидеть тусираться до упора? Да. Нахуя? Ну 2 часа РТ, давай играть. Да мы просто так и будем ходить два ссаных инстана. Ну, блять, так ничего и не поменяется сейчас. Смысл вот идти ульду. Я не хочу уже уйти ульду. Ну, блять, я не вижу смысла там идти, блять. Так вот. Я лучше БС, сегодня да, побольше. Вот у меня, я могу сегодня побольше послакать, я лучше сегодня себе 2 часа лишних выиграю, чем завтра. Да, я думаю, тоже половина людей, как и я, видят за сока, плюс-минус рассчитывают время и дальше планируют свой вечер. Я, например, съебусь. Ну да. То есть, как бы, такой вот и все. Мой, который хотелось бы больше времени, но свободно было. Воскресенье, понятно, там с понедельника на работу, но все свои дела уже раньше делают. Так что не обессудьте, но не в этот раз. Не надо было вайп. Два часа же еще РТ, ебаный в рот. Даже без вайпов. У нас было бы сколько, час на льду условно. Я говорю, если за полтора часа проносим, то идем в льду. Не, ну я же тебе говорю, просто я, как я думаю, многие люди смотрят типа за ЭСОКа, приблизительно понимают, за сколько это проносится, дальше планируют вечер. Это все, вот забить тему, я уже не хочу идти просто льду никакую и все. Сам, лично. Не, ну я к тому, что на и будущее, типа, крайне, если в таком формате, то надо указывать все желательно, что может потом ульда. Да сейчас мы придем в хиджал, блядь, на первые цепях, нахуй, будут умирать по КД люди. И нам в итоге не будет хватать урона, но посидим 2 часа, нахуй надо. Просто будет больше ГП лететь, будем учиться убивать быстрее. Ну, так и пойдем, пока я не вижу. Прям. Опять же. Еще ДПСеров пару. Еще. А, так. Где вы там? И сумонили? Сыр, молоко, девочку, крабу. Шкаф давай еще.
Чмилики в начале коста падения перьев под стеночку одним кемпом. То же самое, что на слепом, короче. РДД в конце. Только не после коста, а прям чуть в конце. Достается. Быстрее прилетает. Танки распределились, кто где стоит. Да, пойду на диспель. Потом с него снимет. Кейт один раз. Потом он опять по диспелит. Говорят, что кто-то с шестой пати просто. Ну там Войд хотел уступить. Еще до этого он писал. Я его сразу поменял. На них ХС. ХС они. Ну, у тебя что, больше приор на токен? У тебя вроде нет приора. У тебя нет приора. Крути уже. Все, готов. Все, есть пап. Правильно. Идет. Счет. За печенькой двигаемся. Босс в фокусе. Все держим, милики особенно. Наверху отбегать к РТД сразу, в начале коста. Сейчас к стеночке. Потом третью ауру поставит. Летний дух нам. Когда хулипал от нас уйдет падение. ДД. Сир, долго побегаешь. Трэш, если что, мы мобов заливаем. Когда не появится. Сова так и забирает. Кейт забирает стаки. Потом с медведя. Да пойду. Просто чел зачем-то начал. А. Я говорил то, что он может. Ну все, ладно. Смотрим, если что, босса протаскиваем, быстро идут. Контролим мобов, встанем, милики. Чтобы три не зашло. Минимум два, максимум точнее. Покливаем. Ну, проводим босса. Ходит. Печенье. Все, играем босса. Падение. Вернитесь чуть назад, РДД. Все, пошли. Ну, блядь. Долго назад возвращаешься. Вернуть? Давай. Падение сейчас. Пошли в ДД. Играем в трэш. Играем, босс. Чё? Моба. Падение. Ушли. Поднимаемся за печенькой. Все, кроме холипала и танков. Дальних. Так, туда пойду. Там снимаем стаки. Скидываем. Да, стоял. Третья аура стоит. Вон. Смотрим, где усталость. Это фирс отворачиваться. Слабый каст для РДД.
Все остальное просто бьем. Меченик. Милики к РДД отбегаем на падение в начале коста и ждем, когда он пройдет. Алар в фокусе, напоминаю. Усталость. Рассеянность вторая. Это пофиг. Слабость третья, стоп-каст. Так, я буду первый подходить, давать корни, откидывать. Вы потом на магах смотрите, там кто остальные откидывать может. С дальней рейнджи инфу падение, ждем тут. Громко и четко. Так, я от контроля. Падение скоро. Кто там впереди стоит? Фейковая. Не фейковая. Милики. Так, смотрим. Контролим. Быстрее дамажим при этом Феникса. Идем быстрее. Нет, стоим. Это не фейково. Так, тут стоп-каст под крик. Так, вот этим нового ближним я дальних под контролем. Потом продлевайте маги, чередуйте. Не давайте вместе. Две, по-моему, было. Падение, падение. Купол дать по рейду. Сюда, в печень. Нормально. Почти, блядь. Охуенно. Стояли рессой, чудненькую, корис, ДДшку, ломку. КД. А, куда пойду ресни? Падение. Кого, кого ресни? Ломку. Жиши. Твой имминент раз. Я потом следующий. Все, дамажим. Там дальше идут. Контроль какой-то. Падение скоро. Блять, пиздец, сейчас будет нахуй. Падение. Декурс, декурс. Есть продлить? Пизда. Блять, делаешь урон, блять. Вот я один ухожу контролить, все, никто не дамажит, блять. Мы гир не нажимали. А, да? Ну, 10 тысяч ДПС, это жестко. Короче, замка, крутани. Иди побьешь. Ресните мою медвежью жопу, пожалуйста.
Может, там Шилдмейден, ДД имеет. Нет. Зачем нам 4 танка? Кстати, реально, Кирюш, спек не это, куда пойду в ДД какого-нибудь? А просто там... Я половлю эти стаки. Ну, вроде нету ДД. Вы взяли 5-го танка? Какого 5-го? Против дохуища уже. А, это Эрдру, пиздец. А у девочки трабл же ШП был вроде. Был. Мы уже пулим. Ломка, подтверждай чек. Войда бафните там до конца. Сегодня вроде есть, что ты не жмешь, не готов. Можно подождать, поесть и нажать готов. Вот ты к РДД бежишь. Умереть? И подольше побегать, да? Дение. Короче, проходим назад, вот тут будем опять стоять. Все, бьем босс. Назад вернитесь еще раз. Шло падение. Вышли туда. Да. Куда он взялся, блин? Даже не видел. В бане, что ли, лежали или что? Да. Меня просто закрывает там, короче, фокус, рейд, там, падение. Пошли быстрее назад. Эти... Рассеянность, слабость, следующий, осталось треть. Следующий стоп-каст, за ним фир. Третьим Гера. Падение.
падение. Долго, долго. Вернулись. Падение сейчас скоро будет еще. Смотрите. Вернулись. Падение. Купол можно на ход дать там куда-то, где бегают ребятки. Ну, не помогло. Вернулись. Так, насрали тут. Так, маги пройти вперед под контролем там что-то. Добить, добить. На меня не смотрим. Падение. Падение. Жившая. Есть ментор. Надо магом подходить потом в следующем. Я даю нову. Давай. Потом Азура. Потом Кейт. Все. Убивайте. Стопать ничего не надо. Падение. Все. Внезапно ДПС от жопы живы, блядь. Тут осталось полтора часа. Да. Тут мне нет. ПС, обычка. Да, я не хочу. У меня время тратить. Техпроходка есть. В прошлый раз же буквально у кого-то не было, когда мы шли в ХМ. Это у юморной. Сделает, не сделает, ГП получит. Квест опять забудет. Ради него одного идти в обычку. Только когда он сделает. ТТГ, может, кому-то ботинки надо... Ну, квест нужен, короче. Где вы можете сам организовать вполне? Перед БСом стоит NPC. А я пойду еще в магазин, схожу, прогуляюсь. Заебался весь день, сижу, блядь, уж пинат. Кирилл, не ходи, у вас там сугробы по яйца. Да я уже сегодня снег чистил, выходил. Нормально. Не, у нас там проезжается это. Чистят, там нормально, можно до магазина дойти. Ну, минус не особо, там, дай бог, 10, если а есть. Снег просто весь день валит. Да. Не, у нас вот были морозы, но оно так, как морозы тоже относительно, ветер был, бля. А сейчас снег идет, ну, не холодно особо, минус 8. Это где у вас? Где-то у нас. В Ростовской области, в Воронеже. Пожалуй, не поеду в себе. Как раз планировал море там искупаться. Сибирь это да, сейчас самое время ехать. Массу удовольствия получишь. Не, ну тем, кто там живет, привык, ты вот уже наверняка привык ко всему этому холоду и так далее. Москва, нахуй, минус 12, я, блядь, подыхаю на улице. У меня ощущение, что я сдохну. Ну, там ветер, пиздец, везде. Угу. Всегда. Там даже осенью вот